с Дарьей Витальевной заскочили в магазин, потому что сегодня иду на день рождения, и там, значит, White Party. Так, футболка как у меня. Есть, да? Это как Давидик. Такой у меня есть, такой у меня есть. Кстати, вот такие шорты. Сейчас покажу. Вот так они выглядят. Вот с таким значочком. Ценник у них интересный. Ценник у них 1500 лир. Рубашка. Ну, небольшая. Еще она просвечивается будет. 1200 лир. Вот рубаха. Какая? У меня есть. Наподобие. У меня есть наподобие. Маленький размер. Ну, жаркие. Ладно, жаркие. Надо брать уже что-то идти. Надоело мне здесь находиться. Так. 1300. Что футболка, что рубашка одинаково стоит. Вот так вот. Костюм. Смотри, 1200. Ну, с этими шортами ты видишь? Шорты благодаря вам купили. Да. Во, шорты супер. Хорошие, удобные. Счастливо, счастливо. Видишь мой костюмчик? 1700 шорты. Обоссаться просто. Слушай, костюм. Мой любимый костюм теперь до всех. Только у него цвет, кстати, нормально сохранился. У меня уже выгорели нафиг вообще. У меня, у меня такой был темно-синий. Я просто выгорел. Выстирались, выгорели. А такая шляпа тебе не нравится? Нравится? Дай померяю. Так сегодня же в белом. Ты, может быть, в белом, но в шляпе. В шляпе, в белом, но в шляпе. Да не, ну это Педрито, блин, Челентано, да держи. Педрито Челентано не подходит. К любителям музыки это не относится, это просто такое выражение. Так. Что здесь? Футболки. Вот такие. Не, ну у них выбор прикольный, но просто немножко он, ну, немножко с пенсии. Оттенок на пенсию есть. А тебе что, оттенок? Мне вообще-то 40. У меня еще до пенсии далеко. Ну пойдем тогда в молодежный. Пойдем, сейчас тебе рэпера тебе нарядят. Ну вот эти кеды мне, кстати, понравились, но, блин, у меня будет плоскостопие мое это, страдать здесь. Стельку. Еще видишь, там Wi-Fi нарисован. Твоя любименькая. Похоже, но не она, да. И, кстати, мне не нравится, что она сильно тянется, растягивается. Дарья Витальевна, а что? Мне все. Да, у меня все есть. Есть? Точно? Супер. Я очень рад, что у вас есть. Давай, пойдем меньше. Пойдем. 40? Тебе какой надо? 30. Ну, вот эти, вот это, нет, это они есть 40. Да. Так, Дарье Витальевне все понравилось? Вот это мне все понравилось. Ну, не знаю, смотрим. Вот так вот. Проходочка. Ой, какой. Ну, что за цаца? Ну, что за булечка? Дай-ка к себе в сторис тоже посниму. Желатан. Не видно там ничего. 40 лет первый раз в жизни живот появился. Этого не было. Конечно. Он взялся. Интересно, да. Ну, что-то мне не нравится. Квадратный я. Это какой есть? Да не квадрат. Хватит. Пока. Квадратный, говорит. Вот, посмотрите, абьюзер. Смеется над мужем. Юзит мужа в этом плане. Ржет надо мной. Ну, это чисто white man. Белый man. Вот так вот ставим. Сейчас. Штаны тоже прикольно. Сейчас покажу. Вот так вот. Раз. 42-го зала, 44-го. Вот. Отойду подальше, покажусь. Это хорошо, тебе не косичь. Ну, шорты нормально сидит? Да, ну, что-то нет. Нет? Вообще хорошо. А зачем подошли? Ну, помимо. Не, мне рубашка не нравится. Мне как сидит. Как сидит рубашка, мне не нравится. Она меня толстит.
мучаю жену, чтобы она поискала что-то еще. Ладно, пойду поедем, штаны попробую. Так, мы с Дарьей Витальевной еще успеваем заскочить на базар. Так, ну быстренько. Арбуз на выходе, но вот учтим, мы на мопеде. У нас все занято уже. Картошка 20 лир. Лук 20 лир, аккуратно. Тут большой рынок, 60 лир клубника. Абрикосы пошли уже, 50 лир. Черешня. 50 лет. Сразу 70 килограмм взяла. На рынке? Нет, это... я купила не на рынке, а в этом. А. В палатке. Так лучше на палатке ты имеешь в виду или здесь? Ну, я вот. Могу грибы взять для том-яма. Грибы. Я сегодня буду том-ям готовить. Да, Дашулька будет том-ям готовить, а я буду ее снимать. Как она будет готовить том-ям. Ну я не знаю, как она собралась том-ям готовить, мы на день рождения идем. Ну, вот. Я могу сейчас приготовить. Апельсины 5, арбуз 20 лир. Килограмм. Так, ладно. Морковка 25, зелень 20. Давай, лучок бери, чеснок молодой 100 лир. Чеснок еще какой-то не молодой 30 лир. Молодой получше ценится. А кинза тебе, да? Я не умею отличать петрушку от кинзы, прикинь. Ее здесь нет. Так, значит, быстренько. Дарья Витальевна сегодня приготовила офигительный суп. Суп называется как? Том-ям. Вот. Сейчас быстренько покажу. Значит, заскочили на рыночек, ну это вы видели, как мы заскочили на рыночек. Сейчас я вам хочу показать этот супец. Хлеб, ну он быстро уйдет. Женька в гости сейчас позовем, он быстро уйдет. Так, вот такой вот шикарнючий том-ямчик. Все видно, видно. Ну поковыряй, ладно. Поковыряй. Что, кофеек сделал? Смотрите, смотрите. Мы просто объелись просто. Кайф. Креветки, том-ям сверху всегда бросаю, потом сейчас свежую кинзу. Мне очень понравилось по остроте, он такой прям остренький, вот грибочки плавают. Очень, очень, очень классно получился этот супец. Вот так вот делаю. Раз. И все. Жена помоет. Я вот самое больше ненавижу это мыть посуду, поэтому... Я мою посуду, когда я самостоятельно живу в Дубае, когда Дарьи Михайловны нету рядышком, тогда мою. А так она, слава богу, понимает, что ну не нравится мне это дело. Приготовить? Пожалуйста. Приготовить, говорю, Дарья, пожалуйста. Там салат нарезать, пожалуйста. Помыть посуду лень. Бывает. Дарья Витальевна любит вот это вот алычу. Что она придавленная. Вот. Когда покупаешь ее, турки говорят, очень хорошо для желудка. Покупай, бери. Не знаю, почему они так говорят, но говорят. Так, пришел домой. А здесь два одинаковых с лица и с ларца. Один, значит, занят перед футболом, расслабляется. Тут яблочки жует, нарезанные. Вот так вот. Время провождения. О, Дарья Витальевна. Вот такое время провождения. А что это ты смотришь? Версаль, сериал. Версаль? Неплохой, да, неплохой. Есть что глянуть. Круто. Я вообще исторически люблю. Мне знаешь, как люблю? Я люблю смотреть исторический сериал. Потом я люблю смотреть про эту историю. То есть я там обзоры смотрю. То есть, ну, понял, ну, то есть да? Про короля какого-то посмотрел, потом историю. Да, потом я все смотрю, что, вот, ну, что о нем рассказывают, там какие-то версии, вот это все. То есть у меня теперь... Ну, считай, еще у меня куча всего. То есть я посмотрю сейчас сериал. Я уже на втором, по-моему, сезоне. А, на первом сезоне. Еще и второй у меня сезон. А потом я буду смотреть все со всех сторон. Тем более в Версале мы с тобой были. И вот тогда, кстати, не обладали информация. Да. А тем более... Ну, так мы что-то почитали, но так интересно было бы, конечно. Там еще, еще один повод съездить во Францию. Супер. Парень. А сейчас... Окроха. Окроху Дарья Витальевна, у нее собственное приготовление, вот окрошку любит только она, у нее больше никто. Нет, ты ешь, причем с квасом ем только я, а вы едите с этим. Салатом чисто. Со сметаной. И то мне не очень нравится. Да, Серега не любит, но ничего. Мы с няней любим. Хорошо, а что здесь у нас получается? Огурец, зелень? Укроп, лук,
Ой, это петрушка, я всегда путаю укроп и петрушку. Это петрушка. Ой, это укроп, да. Это укроп, да. Огурец, укроп и зеленый лук. Да, зеленый лук. Сейчас будет редисочка, картошка, яйца деревенские купила на рынке. Уже вареные, да? Нет. А сырые-то? Нет, они уже вареные. А. Я купила яйца сырыми. Вот, и колбаску я из индейки купила. Можно с курочкой делать, но я больше люблю колбаску. И квас я купила. Вечером сегодня будет у тебя, да? Да. Пир на весь мир. У меня просто пир на весь мир. Ну, а зачем минералка, ты так мельчишь, блин, Даш? Потом у нас в зубах это застреет, это не жуется даже. Блин, а что, брём, давай вот так. Вот, ну вот, вот идеально. Ну, на три раза хотя бы разрежь, на четыре. Да, у нас-то Серёга тоже, я люблю все мелко, когда нарезано, а он любит этими лопатями. Когда ему салат режу, я делаю все покрупнее. Когда я делаю, знаю, что это в основном буду есть я, то я делаю все вот такое вот, на зернит это даже, ну, блин, тут даже жевать. Ну, не надо свои руки сюда жевать. Жевать нечего, блин. Уже можно просто глотать. Ну, глотать. Ну, салат надо жевать, а не глотать. Ну, я тебе делаю покрупнее, я себе люблю. Я не люблю крепку, как свиньям, когда нарезаю, извините. Ладно. Че в твоем сериальчике? А перед этим какой-то сериал посмотрел? А, русский мы с тобой посмотрели про этого. А, «Тень Чикатило». А оказалось, потом мы посмотрели, потом оказалось, что это тоже реальная история. Ну, основана на реальных историях. Ну, кстати, немножко там не доведено до ума. Но мне там очень, кстати, понравились актеры намного больше, ну, я по всей, не знаю, со всем уважением к творчеству Дмитрия Нагиева, но мне кажется, он не справился, правда, с ролью Чикатило. Вот я, ну, для меня он там прям Задов. Ну, ты знаешь, который этот... А фиг знает, я не знаю. Ну, Задов этот прапорщик, или как-то... Ну, короче, раньше он играл, не знаю. Ну, как раз напишите свое мнение в комментариях. Но это каждый воспринимает по-своему. В других ролях он там... Вот он в сериале «Кухня» он играл хорошо, мне кажется. Вот хотя он играл там сам себя, ну неплохо там как-то я его воспринимала, ну, а тут он мне прям резал глаз, а вот в этом, в «Тени Чикатило» реально очень классный актер, на маньяка. Да, маньяка играет. Прям ну, веришь, прям вообще хочется его поймать. Максимально. Да. Ладно, давай вечером будем пробовать твой салат. Так ты же не любишь окрошку. Ну всё? Пойду сейчас какую-нибудь другую что-нибудь поем. Все, там том-ям есть и жареная картошка с салом. Угу, друзья сало привезли. Супер. Это вот, кстати, я уже почитала. У меня история тут ходячая. Просто да, Виталий, ну вот как сериал посмотрит. Сериал посмотрела, теперь я читала. Сразу же. Ой, короче, мы. Ледовик 14, она вам все расскажет, а мы сейчас зашли в мини-маркет, чтобы посмотреть, какие здесь цены и так далее. Вместе с вами пробежаться. Все это посмотреть за штучку. Манго 69 лир. Это за штучку. Апельсин 39 лир. Помидор 32. Это у нас розовка получается 36. Маленькие помидоры 34. Кстати, на рынке они 30 и 40 есть. Такие же получаются цены. Эта красотка не продается. Бесценная наша. Ну, красивая же девочка, смотрите. Вот, урвался девочку красивую. Все, беги. Всякие колбасы и так далее, и так далее. Хумус. Кто любит такую тему? Там у нас что? Всякие мясные изделия, сыры. Здесь у нас получается вот курочка. Сколько курица стоит? Значит, целая курица стоит 469 за килограмм. А, простите, это... А, до того курица. Получается, целая курица 1000. А, это килограмм 764. Соответственно, за килограмм 469. Ножки 134, бедро с ногой 279. Вот так немножко по ценам пробегусь. Стейк получается. Стейк 750 лир. Так. Где Дарья Витальевна? Вот она. Прикольно, нашла варенье из красного перца. А это что такое? Мед? Золото? А вот смотри, печенюшки. Это не печенюшки, это кофе, это кофе. Это... Кофе 170 лир, 220 грамм. Так, где варенье, показывай. А варенье тут? Давай. Варенье. Ну, я люблю всякую такую штуку, прикинь. Я думаю, можно взять попробовать. И вот варенье, как оно называется, я не помню. Драгон.
И вот это вот кимзил или как это? Кимзил. Кимзил вот у тебя а вот стоит, смотри, снимает. Это популярно, это другое. Перчиковое тоже. Ну, перчиковое варенье. А это что такое? Баклажан, да. А я, кстати, из баклажана приносили варенье в кафе. Да, баклажанное варенье будешь? Ну, за 89. Лада, седан, баклажан. Фу, ну и пиздец. А сколько оно стоит? 89 лир. 89 лир. Ну, можно. Ну, мне, знаешь, как я уже... Нутелла. 86 лир. Что-то... Это, наверное, к празднику. Ореховый. Да, это ореховая паста, может быть, даже не нутелла. Так, ладно. Люди. Орешки. Грецкий орех 179, фундук 194. Смешанный здесь. Нет, это не смешанный. Вот еще фундук чищенный 224, миндаль 179. Что еще показать? Эти печенюшки вкусные, но 125. Ну, знаешь, кофе иногда сироп добавляют. А, добавляют. Ну, это я считаю, что, ну, да, вонар. Сок натуральный. Ну, ты так думаешь, что натуральный? Ну, да, я подумала, что натуральный, но я прям, когда попробовала, поняла, что нифига не натуральный. Так, по поводу чая, вот этот чай, ребят, 160, самый вкусный. Эрл Грей. Да, так я тебя жду. Все, двигаем. А, вот эти, да, вот эти макароны. Да? Вот эти макароны Рума, очень вкусные. Так. Двигаем. Выходим, короче, потому что много народу, неудобно снимать. Но, в принципе, по ценам, я думаю, вам достаточно, да? Поснимали, показали. Короче, здесь у нас один темнокожий мальчик. Парень темнокожий, не похожий на папу, не похожий на маму. Просто так соседский парень темнокожий. А вот у нас дама белокожая, розовокожая. Ну, кстати, я даже загорел чуть-чуть. Загорел. Ну, по моим меркам, чуть-чуть загорел. А я здесь сегодня... Короче, они прям вот... Подождите, я сейчас перебью перед твоим триумфом. Давай. В общем-то, просто купить воду, вот такую сладкую с лимоном. Место это мог прям, только женек, блин. Провал года, это просто вот... Ну, я не знаю, я такую не могу. А я даже не пробовал. Ну, она сладкая? Она приторна, потому что там с лимоном, да, бред. Сегодня готовим картошку с салом. Чтобы ощелачивали свой организм. Да это не ощелачивает. Да, это наоборот окисляет, ты чё? Ощелачивает вода с лимоном, Василий Петрович. А это вода с лимоном. Это лимон, химозный. С химозным лимоном вода никогда не ощелачивает. Короче, ребят, а я сегодня куховарка. Малушка. Куховарка. Я вам что, весь дом не спустила? Да. Короче, прикол был. Такой. Не, рассказывай. Держи вот так. На. Вот так держи. Да я уберу. Нет, я убираю эту. Ну, короче, мы отдыхали в судаке. Каждый вечер готовила, нарезала что-то. Я никого ничего не смущала. Держи. Он вообще был максимально доволен, все было прекрасно. То есть вот они там типа ставят, потом жарят, пивасик пьют. А то, что вот это я все нарезаю, а потом сама все убираю, незамечено было. Ничего так не было. Так и было. Так было. И было. Но и потом все. В какой-то момент просто... А этот момент совпал, я как раз отравился, вот так лежал в кровати. Даша с Тёмой была, а она так стоит. Нет, я, а мне, ну да, я с Тёмой была, что... А, еще инсту мне тогда... Короче, у меня украли пароль инсты. Моя первая инста, она украдена. Ну как, я ее забыла. В тот момент, кстати, мы создали новую, именно в судаке. Но даже сейчас, заметьте, они болтают, а я нарезаю. Вот, да-да. И он здесь стоит в первый раз в жизни, нарезает помидоры просто с огурцами. Ничего особенного не делает, просто нарезает помидоры с огурцами. Ничего вообще такого фееричного. Жарить ешь? И начинает верещать, что я вам здесь что, Золушка, что ли? Да, он так режет колбасу. А, да, еще колбаска. Он колбаску режет? Я восстанавливаю пароль от инсты. Я вижу, у меня не получилось. В итоге у меня потом новое случилось. Этот, блин, блюет, срет. А тут... Царевич, видите ли, он один. Один вот как на сейчас. Кухне, блин. Это второй фигачу. Такой. Фигачу. Бедненький, так жалко тебе. А сейчас фигачу, короче, картошку с а салом. А мы что, должны голодать? Это Давидик прикол. Это расскажем в следующей серии. Да, Давидик, что? А что ты так крупно нарезаешь? Нет, ты спросил. Вариться будет. Чтобы ты спросил, иди отсюда.
Я сам готовлю. Или ты готовишь. Золушка тут в не деле. Надо, не надо. Вот когда один готовит, другой не лезет. Они на неправильно меняют. Нет, на самом деле меня бесит, когда кто-то лезет, когда у тебя что-то готово. А вот ты неправильно режешь. Вот, ну, держи. Нет, вот, да, вот так, чтобы пальцы не порезать. Нет, это вообще тогда огонь. Вот пукан горит тогда. Когда пукан сгорит. А что это сало? Это сейчас будет туда. Это сало, которое... Сальцо, смотрите, ребят, сальцо. Оно, кстати, очень вкусное. Вкусное? Да. Попробовал уже? Ну, могу сейчас попробовать. Не, оно мороженое. Мы его сейчас... заморозили. Оно сильно замороженное. Оно вкусное. Да, оно замороженное сильно. Он голодный просто. Если мне сейчас попробовать? Не, надо его... Мы его с картошкой сейчас будем готовить. Этого мало, кстати, сала. Надо еще доставать. Есть тоже, но... Есть? Воды. Доставай. Я что, Золушка, а что ли? А зачем эта картошка? Ой, а зачем эта миска? Пуф? Да, там... Вот я приготовил, уже помыл. Туда не влезет все? И я хотел в горячей воде сразу, я закипятил. Ну, хотел. Давай так, давай. Я что, не знаю, как должен, не знаю. Что, сам так давай. Давайте, либо тогда свалите отсюда, либо я сам. Где? Ну, не знаю, я не знаю. Все, валите тогда, я сам тут. Вот это сало полезло. Ему что, вылезло? Дай ему с левой дам. Оставь, я все, я сало сам порежу. Ты что, хозяйка в этом доме? Тут одна хозяйка на кухне. Вот она стоит. Хозяюшка. С камерой стоит, вот она. Вот этого достаточно, даже поменьше, вот этого достаточно. Вот, вот так вот всегда, начинаешь готовить, и всегда кто-то придут, тут указания, достаточно, недостаточно. Я знаю, что достаточно, спасибо большое, так Галина. Часто, слушай, я так часто, я каждый день на кухне. Каждый день на кухне. И минералку вот эту просто. Выливаю, это Женек просто с ума сошел. Так, в Казани Дарья Витальевна. Показывать, что нужно готовить. Ну, не, не ладно. Обязательно. Не, ну ладно, пусть будет. Введем же и поджарим, потом сливаем и жарим, да? Хотя к нему все прилипнет нафиг. Тогда нам лучше выходить. Да, вот и быстрее будет, давай. Что? Картошечка у нас на подходе. С сальцом. С сальцом. Вот так вот я тебя вырву. Кучком. Саму готовочку не снимали. Думал, что на ночь, думаю, да не, надо какую-то нежирную еду поесть. Картошку с салом и с луком на ночь. Конечно, вкусно это все дело звучит, но сейчас овощей побольше. И будет хорошо. Водички напился еще на ночь, и все, шикарно. Ну, Женек, вместо водички холодненького, хорошего. Ну, в общем, наш семейный ужин вот так вот, небольшой компании. Сала мало. Женьку сала мало, хотя там сала у него предостаточно. Даже не здесь. Да. Не, у меня можете брать, потому что это я не распределял, знаете. А солька есть? Соль есть, конечно. Картошечка с салом. Соль не надо, кстати. Ой, там вделываются, боже. Ну, они с друзьями там играют через онлайн. Кушать будем-то садиться? Да, мы доиграем и сразу. Давай катку, и потому что я хочу, чтобы все вместе кушали, сидели. Да, семейный ужин. Не-не-не-не. Ну, Давидик, ты кушать хочешь, нет? Нет. Его-то покормили. Его-то покормили. Он и не любит, кстати, сильно вот так. Ну, он вообще, в принципе, все, что связано с сало, мясо и так далее, он дружок у нас такой. Все, что связано с помидором и так далее. Не соленое. А? Считается мастерство повара, это когда не соленое. Серьезно? Да. Чего ты взял? Мастерство повара — это когда все, вообще ничего добавлять не надо. Это вот мастерство. Не, правда, у всех разные вкусовые, солевые предпочтения однозначно. Да, я вообще соли по минимуму люблю. Да, я люблю минимум. Ты себе добавляешь, потому что я не люблю тоже, когда пересоленное. Ну, то есть я мастер получается, что солю по соли, попробую картошку. Я уже попробовал. И что по соли? Вообще. Едем за ним. А не для камеры. Не спугнуть бы. Не спугнуть бы. Мышка, про тебя спрашивают, а это та самая, говорит, которая на проекте у вас была, я говорю, да, сколько же ей лет, да лови ее, быстрее, тащи, во,
Голодушечка еще. Сам в расцвете да. сил. Кошки. 15 лет кошке. 16. По путешествию. Ну, есть кошки до 23 живут, а в основном 13-15. Ну, мне кажется, она у нас до суточки. Это не я, она. Она у нас правильную жизнь прожила, видишь, в плане того, что и рожала, и бегала по улице, и гуляла. И там, а сейчас дома. Котов меняла еще. Правильно меня даже. Блудливая кошечка. И то через месяц приезжаешь, она на тебя лезет. Вот видишь, глаз у нее, конечно. Ну, это, кстати, старости. Я увидела, что у ее мамы, у Лизы, точно, у нее да? мама Лиза зовут, да, она ее молоденькая родила, и у нее точно так же, да. Я-то сначала думала, что это в драке, а это не в драке, это у нее... Артем, ну... садись. Вот с той стороны. Ну, фончик. Садись, садись с той стороны. Миша, куда тебе Давидика вид мяпкает сразу, значит. Ухи, ухи. Ладно, все, всем приятного аппетита. Мы... кушаем. Тетю. Артем, ручки помыть и потом садись. Так я помыл. От чего? От джойстика ты помыл? Мам, иди, мой руки, говорю. Маленькие помидорки? Да. Сейчас дам. Начинается. Ой, мышь у нее. Так все, не трогай ты ее. Да дай ему пожамкать ее, что такого? Что ты вот так? Ему так нравится. А ничего ей не... надо ей. Я тогда тоже так поделал. Ничего ей не нравится. Ей. Ну, мама, ушко. Ну, да дай ушко потрогать. А? Все. А я ему. О. Я ему. О. Если ему потрогали, ему не очень нравится. Да. Ладно. Все, всем приятного аппетита. Да, это он, ты увидел? Да. Что, пойдешь его обливать? А пресс покажи, какой пресс. Вот да, это он. Давай, прокрадывайся вот здесь тихонечко, по траве пройдешь. Я его отвлеку. Нет, здесь залазь. Вот здесь. Залазь, перепрыгивай. А я побегу отвлекать. Если так сделали, что фиг пройдешь. Да. Да. Возьми. Вот это уровень. Просто машина, машина. Машина сидит. Пообливать его хочешь. Да он не попадает в телефон. Все, ну хватит, ну хватит. Там футбол. Хватит, говорю. Не давай, не давай, не давай. Он обольете, туда бросай. Дай попробуй. Нетушки, нет. Ага. Ага, не будешь, я тебя знаю. Все, забегай в воду быстрее. Получил. Вода теплая, кстати, да? На басике водичка теплая, как? Бежит, бежит, бежит. Холодная вода? Короче, смотри, что я предлагаю. На скорости прыгай. Так, двойки пад. Не, давай вместе прыгай, разбежимся и прыгнем. Кто дальше? Давай, кто дальше? Давай. Тебе можно с разбега, а мне можно с места. Не, ну давай с места. Давай прыгаем вот так боком. Ты на меня смотришь, я на тебя. Давай. Раз, два, три. Я здесь. А это камера не ломается? Не ломается, под водой держи, можешь себя посмотреть. Вот меня. Как ты ныряешь? Давай ныряй, я поснимаю. Давай, ныряй, плыви, я тебя сниму под водой. Давай. Обрызгал всего меня. Держи, а я сейчас прыгну, ты меня снимай. Вот сюда, видишь камеру? А я сейчас бомбочкой прыгну. Только смотрю в камеру. Ой. Видишь? Да. Все, давай. Можно подырнуть? С камерой можно подырнуть? Подырнуть? Да. Можно. С камерой. Да, смотри. Держи на ней. Я не там, я вот здесь. Нет, ты пальцы туда засунул. Вот так держи. Вот так, двумя пальцами вот этими. Во! Все. Держишь? Да. Точно? Да. Бочкой. Давай. Вылазь. Чуть не смыло. Давай. Готов? Все снимаю. Давай бомбочкой. Давай.
меня чуть не смыло вообще-то. Вот так, чуть не улетел. Давай, дядя Женя, теперь бомбочкой. С разбега. Да я тут могу с разбега. До дна не достану? Не, не достанешь. Машина. Все, пол бассейна вышло из воды. Очень смешно, очень смешно, да? Что сделать надо? Эх. Что сделать? Короче, решили так. Кто сможет 10 секунд простоять. Стой, стой, Тём, там не надо, Артём. Артём, там не надо, подальше, там мелко. Кто сможет 10 секунд простоять на вот этом матрасе, тот и выиграл. Так. Ну, давайте вам помогу. Тихо, блин. Держись за матрас. Так, давайте. У нас парень называется Давай, это мокрый кот, пусть теперь пробует. Давай, залазь. Мы держим с двух сторон, чтобы тебе было легче. Залазь. Так, вставай. Именно простоять, на ногах. Вставай. Встал. Раз, два, три. Ну что за тележка, блин? Давай, не тележка, еще раз пробуй. 10 секунд, давай, быстрее, быстрее. Ну вставай, ну Тёма тебе помогает, давай. 10 секунд, вставай, вставай. Вставай. На Тёму не падай. Раз, два, три. Да елки-палки. А, подушка. Давай. Подушка, это скользко. Давай, давай, давай. Давай. Сейчас, Тём, подожди, а то сейчас этот слон может завалить тебя. Ты-то куда лезешь? Ну, кто залазит? Давай, Тём. Тём! Так, давай батя попробуй. Давай батя попробуй. Надеюсь. Так, все, детки, смотрите, как надо. Смотрите, как надо. О, мы как торпеда, давайте втроем, поехали. Давид, давай. Да не щекотай его. Кота оставляем, поплыли без кота. Без этого кота мокрого. Оставляем мокрого кота. Мокрый кот, давай. Догоняй. Цепляется, блин. Цепляется. Цепляется этот мокрый кот, смотрите на него. Что за мокрый кот этот? Прицепись. Папа, дай папу уйди. Да, я тоже сидела чуть-чуть. Давай. Что, не догоняешь его, Тёма? Давид, попробуй сам. Вставай, сам. Вот так мы просто смотрим. Давид, ты ёлка. Стой, стой. Тём, подожди. Не, давай, вставай, сам пробуй. Ну, он, если захочет, встанет. Этот матрас его не чувствует. Думаю, что за мокрый кот на меня залез. Главное, чтобы ногтями не продрявился или на ногах пришел. У меня же на ногах, как у кота, блин, вот такие. Вернее, даже не как у кота, как у орла. Давай. А ну попробуй еще раз встать. Давай еще раз. Ну встань, попробуй. Давид, ты елки-палки. Ну сможешь залезть и встать? Ну давай. Наверное. Попробуй. Титанский. Не, давай. Царица. Ну, царица топает. Да вы чего его сталкиваете? Стой. Да и там не надо. Там не надо, там близко к бортику. Вот сюда. Да, держим у тебя. Давай, поплыли. Губы синие. Двигай голос на них. Давай. А куда этот торпеда залезет? Сейчас, Тёма, двигай. Куда это? Слушайте, откуда у нас родственник взялся этот? Черножопенький такой. Вроде не было в семье. Сейчас, молодец. Давай, Женя. Давай. Сейчас.
сейчас весь матрас просто потопит. И матрас больше. Так, давайте посмотрим. Два матраса, что будет? Тут уже писывается. Залазь. На этот матрас залазь. Сзади вот так. Раз, цепляйся. Давай. Держись. Во. Давай подсажу. Давай. Это Женек, у этого парня кличка Мокрый Кот. Залазь. Ногтями цепляйся в него. О, да елки-палки. Ну ты залез. Все. Вот эта торпеда пошла. Все. Матрас на матрасе, сверху Мокрый Кот. Женек, залазь. Ой, Тем, залазь сверху. На эту мелкую. Ну а что делать? Давай. Нет, не встаем, на борт гребем. Это там Тёма. Что там Тёма? Снимаю вас. Волной смыло. Не смыло? Смыло. Тёма смыло. Так, давайте. Сейчас мы потонем. Артём великолепный. Что такое? Матрас не выдержал. Матрас не выдержал. Ой, я не могу. Давай еще раз такой от бортиков подальше. Подальше от бортиков, давайте. Что ты там? Что там? Ха-ха-ха. Так, давайте Артём первый. Сбоку, Тём, вот так втроем ляжете просто. Вот так, вот. Хотя ты по центру, Тём. Давай я по центру, они как раз... Да, давай, Женёк, по центру, а вы по бокам залезь. Давай, Тём. Залазь, Женёк. Нет, давай, ты залазь, Женёк, залазь по центру. Они как раз бока надуются. Давай, давай, я их подсажу. Давай. И... Теперь вы вот здесь сбоку залазь. Как не достанешь? Я тебя подсажу. Как? Вот, ты уже сам залез. Во, тебе видишь, как удобно, матрас надулся. Все. А теперь втроем ногами. И поехали. Во. Во. Что-то ты медленно гребешь. Видишь, куда они едут? Туда греби сильнее. Давай, Тёма сначала залазит, потом Давидик сверху. Тройное сальто сейчас будет. Да. Показать. Во! Тёма! Держу Женька. Тёма, залазь, блин! Тёма, залазь, блин! Тёма не может залезть, потому что Давид в него вцепился вот так вот граблями своими. Давай, Тёма, давай. Я не могу в него. Он на меня... Цепился, да. Давай. Костями своими. С Давидом не залезете, он вам пробьет сейчас матрас своими косточками.